Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на ютубе! Ребята, всем здорово, с вами по-прежнему Верфони Бобби, и добро пожаловать в угарную игрушку под названием Roblox! Всем хай, братва! Здорово, чуваки! Ну что ж, ребят, сегодня у нас будет суета в супермаркете. Сегодня мы с пацанами пойдем в магазин за продуктами, но магазин непростой. Как говорят, магазин ужасный. В общем, смело ставьте лайкосик, если вдруг не успели поставить за 3 секунды. У вас вторая попытка. Заранее огромное спасибо, нас с пацанами будет безумно приятно. Ну что, парни, готовы отправляться в магазин за покупками? Да. Скорее, супермаркет! Ну тогда погнали! Ну что, парни, давайте будем покупать всякие штучки. Что Андрюха, покупать? Я не знаю. Мама сказала хлеб купить, воду и печеньки. Андрюха что-то покупает. Слушайте, пацаны, знаете, что я хочу вам сказать? Тут можно вас это, пнуть, и вы будете двигаться. Ничего себе, ну-ка. Вон, я бабя напнул. А вот так. А вот так, бабя. Ну что, ребят, попали мы в супермаркет, и сейчас у нас тут будут приключения, похоже. Кстати, парни, вы видели там робота-пылесоса? Мы закрыты. Опа. Кто нас запер? Парни! Парни, робот-уборщик сошел с ума! Смотрите! Вот этот робот! Он опасный. Короче, нам нужно заполнить сканеры, чтобы выбраться. 3 сканера, парни. А мне написано, вы счастливы. Да, вы счастливы, в протокол уничтожения через 6 секунд. Вот, смотрите, вот сканер. Ищите продукты. Колбаса, потом паста зубная и макароны. Надо искать, парни. Скорее, что произошло? Я нашел пасту. Вы хотите прикол? Чего, Бабян? Я этот уборщик. Серьезно, Бобян маньяк! Ё-моё, друзья! Бобян маньяк, Бобян уборщик! Оу, надо колбасу найти, Андрюха, ты нашел? Нет, я закидываю пасту. Не, надо все вместе найти, мне кажется. А потом закидывать. Чел. Так, я нашел пасту, я нашел макароны, а теперь надо еще колбасу. О! Я все нашел, Андрюха! Тащи сюда скорее к сканеру! Я иду к сканеру, блин! Так, это тот сканер! О, это другой сканер! Он нет! В центре! Во-во-во-во, надо закинуть все! Опа, парни, здорово! Беги, там Бобян сюда зашел! Тихо-тихо-тихо, я закинул! Есть, все правильно! Первый сканер на месте! С кайфом! Я это сделал. Так, второй. Зелень, курица и молоко какое-то. Так. Ё-моё, это задачка на память, я ничего не помню. Да, зелень, курица и молоко! Так, тут еще борьба за ресурсы, ребят, идет. Наверное, на всех не хватит. Ай! Зелень, курица. Бобян, ты что там ходишь, все хаваешь, что ли? Да. Это паника в супермаркете, друзья. Вот это суета, вот это жесть. Так, зелень. Покупаем скорее. Курица и молоко. А я не вижу. Вон, Бобби с пылесосер. Бобян, иди нафиг. А, вот, зелень должна быть здесь. Зелень? А где? Найти зелень. Вот, это зелень. Я не знаю, это брокколи. Бобян, иди нафиг. Иди отсюда. Не трогай меня. Ой-ой-ой-ой, сколько у тебя хипов. У меня пока что 100. Бобян там пылесосит других ребят. Так, ну и правильно, пусть пылесосит. Так, зелень, курица и молоко, Андрюха, мне надо. Ага, я тоже ищу все. Так, зелень я взял, а молоко я не знаю где. А вот, наверное, вот это есть. И курица осталась! Где курочка продается? А во, курица! Обновилась! Курочку беру, все. Пойдем, ребят, пойдем втыкнем. Жесть! Вот это суета, ребят! Супермаркет! За 7 минут нам надо это все собрать. Ого. Так, это не то? Бобян, иди нафиг. Опа. Бобян, до свидания! Бобян! До свидания! Ты знаешь, мы сейчас пробьем все сканеры и победим тебя. Не победите. Да. Так, зелень, курица. Зелень, курица, молоко! Есть! Успех, Андрюха! С кайфом! У меня просто здорово! Будет успех. А, у меня колбасу своровал. Так. Я ударил Бобяна, у меня колбаса из руки выпала. Я не знаю, где колбаса! Здесь пончик, потом лимонный крем, ледный и какая-то чипсы. Блин, я не понял. Чипсы? Это сложно будет найти. Ладно, попробуем, ребят. А, вот моя колбаса лежит. Там все есть. Лимонный крем. А, нет, она сгнила. Все у тебя сгнило? Да. Ё-моё, замороженная пицца, это не то, ребята, это не то. Надо чипсы еще где-то найти, какой-то крем лимонный. Найди так, это мне мороженое. Колбасу. Какую колбасу? А колбаса где в холодильнике, Андрюха? Там да Бобян. Я вот бегаю, нет колбасы. Он нас сейчас сожрет, а я вот вижу тебя, Андрюха. Чел, одно хп осталось. Натуре, ты хоть кого-то убил, Бобс? Сейчас убью.
Только не меня. Не меня, у меня 2 хп. Сэндвич с мороженым? Нет, это не то. Как это выглядит? Лёдный крем. Какое-то мороженое? Может, правда это мороженое, ребят? А ну, давайте вот это попробуем. Это то, не то. А ну. Опа, она. Так, нет, это не то. Респаун. Неправильно. Вот колбаса, Андрюха, недалеко прям. Где? От третьего маркера недалеко, вот. Колбаса, вот. Все, я забираю. Забирай, кто тоже сбежал? Манки-ман сбежал. Блин, вот красава. Вот вообще красава. Ладно, я пошел чипсы искать тогда. Короче, о, нужен какой-то крем. Короче, кто-то уже выбрался, ребята. Мы крем, сейчас нас Бабян просто сожрет. Этот страшный пылесос. Страшный, опасный робот-пылесос, реально. Да. О, чипсы, фишки, фисташки, чипсы. Меня шокировали. Нормально. Бабяна уже в шоке. Бабян в шоке. Офигели, блин. Этот лист бумаги позволяет, чтобы Боберт Воберт является единым законцем владельцем заведения. Ого. Понял, да? Все серьезно. Все серьезно, друзья, да. В натуре. Так, все серьезно, это не то. Андрюха, мне надо найти какой-то крем, я не понимаю, для третьего. Что я это? Я не знаю, какой крем ты Я ищешь. Нашел чипсы. О, здорово. И пончик, и теперь какой-то крем надо. Крем-брюле? Да я не чел, знаю. Вот, прям у него башку оторвало, он не умер. Бабянчик, мы тебя вот, разводим, умер. Братуха. А? У тебя не получится. Вот, что это такое? Лёдный крем. Кот лёдных крем. Где это взять? Я не понимаю. Я не понимаю. Я весь магаз бежал. Вот второй, Андрюха. Что за лёдный крем? Где такой взять? А у меня тоже самое. Да, у всех одинаковое. Я не знаю, там который сейчас, походу, выберется. Он его нашел. Такая коробка черная с каким-то этим, блин. Опа, 5 человек. С каким-то приколом. Может, вот она? А, так вот она. Я сейчас второй сканер только использую. А, так это просто мороженое было, серьезно? Так все, я нашел, да. А ну, раз, два, третье, правильно, yes! Скайпом! Найдите... Ты выбрался, братишка? Нет, надо найти выход теперь, чтобы выбраться. О, пожалуйста! Бабян, до свидания! До свидания, Бобби! До свидания! Ты третий убежал, хорош, Димон! Ребята, я третий! С кайфом! Бабян, не надо! Вот это было жестко, ребят! Это было просто жестко! Че, Андрюха, ты умер? Ребята, наш пылесос не справится. Андрюха, один остался. У меня одно он хп. Один остался. До свидания. Ну, один прямо остался, не туда правда? Побежал. А, вот, тут был ближе выход, серьезно. А я бежал так далеко. Я убежал. Бабян, давай пока. Ты лох, я убежал. Бабян не справился, ребята. Вот это было четко. Повезло. Ну все, мужики, надеюсь, я с вами наконец-таки тоже выберусь. Ага, короче, друзья, у нас вторая попытка. Я сначала не понял. Смотрите, вот этот робот-пылесос, ребят, и он становится злым. Он начинает охоту на нас. У него, видать, это, сходит с ума его электроника. И начинается восстание машин. И добрый робот-пылесос-мойщик превращается в страшного робота-убийцу. И вы поняли, друзья, надо купить все продукты, которые в сканерах. И только потом мы можем сбежать. А мы тупили, что-то бегали. Хорошо, что у нас робот был болван, бал. Бабян. О, нет, заперты опять. Все, пацаны, начинается суета. Нифига. Пацаны, кто убийца? Не я. Не я. Убийский шанс. Пацаны, у кого какой? У меня был 8. Да? Да. Ё-моё, а у меня был 8,3. Хочешь прикол? Какой? Мне написали, вы счастливы, и я стал пылесосом. О, нет! Не понял, а что ты стал пылесосом? О, нет! Я всех найду! Я всех съем! Нет, Пекис, мы убежим от тебя! Нет, я тебя сожру и съем! Я всех запылесошу! Вот он, нормальный псих. Сюда! Одного убил или что? Вот он лежит, я его убил? Мне кажется, нет. А кто это был вообще? Это какой-то чел был. Это не я был. Не-не, это я не с вами. Это я кого-то нашел. Короче, друзья, я робот-пылесос. Я опасный и страшный робот-пылесос. А где этот арбуз, блин? Сюда, детишки! Сюда! У-ху! А что-то я их не бью. Как ты, Бобян, бил? А? Ты уже одного ударил. И зажимал. И зажимал? Да-да-да. Маусом?
Лево. О, а чё, я их вырубаю, типа, и всё? Ну да, ты им там 3 хп сносишь. Ёма, чё ты, ёма, отбирайся, давай. Ребята, я думал, что я с первого удара их убиваю. А я думал, сама. А, так это сложно, друзья, ладненько. Давай, играй. А ты чё думал, всё легко? Сейчас мы найдём одну девчулю! Загасили! Не загасил, одно хп, точнее, снял. Понятно, друзья. Бабян, ты понимаешь, что надо таскать, а я вообще не вижу. Это хардкор лютый, девчуля, иди сюда. Макароны, грибы, что там на третьем месте? Макароны, грибы, да, я тоже не знаю, что это такое. Пацаны, да вам не выбраться, сдавайтесь, пылесос овер уже идет. Девчуля! Нормальный. Да, я жестко фигарил, вот у одной вообще один хп осталось, да-да. Паста-паста, грибы. Сюда! Девочка, сейчас я ее загашу, парень, у нее один хп остается. Такой камень вообще капец. Почему это камень? Я просто такой сказал. Пылесос. Что это я пылесос? Я сейчас всех запылесошу, ребята. Идет пылесосная суета. Девчуля, я за ней одной бегаю, пацаны, вы понимаете? Что ты за ней бегаешь? Мне понравилась девочка, так бы и сказал. Сюда! Все, я ее съел, парни. Как? Вот сырок это нашел? Жестко! Нет, какой не сырок? Нашел. А вот, а вот, какой вот. Сырок? На тебе! На, поешь! Ты украл мои макароны! Я в шоке! Я мои вообще в шоке! Украл, ты понимаешь? Да, в шоке! Я меня, мои макароны! Меня за электрошокили, блин! Меня за электрошокили, Андрюха! Меня затроллили! Но я Бабяну хп успел снять, Андрюха! Ну сюда! И идите а все! Ты? Что ты где-то нашел, Бабяк? Где а кто? На прилавках было! А кто? Кто? Кто это? А это кто, чай, кто, походу, или сырок. Это чай? Не-не, это я, пацаны. Это чай, не это чай. Чай, индийский чай. Как думаете, друзья, уберутся они или нет? Я думаю, не уберутся. Я их уберу сам. Найди, Бабян, найди мне. Я их сам блин, уберу сейчас. Сейчас. Погнали, сюда, давай, пацаненок. Погнали. Блин, чуть-чуть ему не хватило дать жару. У сейчас тебя его... магниты в руках. Давай, если что, туши его. Какие тушим, магниты? Тушим. У кого магниты? У кого? Давай, давай, тушу его. Блин, ты чё, офигевший? А стойте, вы меня вообще полностью убили. Подойдите, посмотрите. Я не могу ходить. В натуре. А там девчонка есть. Вот, Андрей, я нашел. Ну подойди, смотри, Андрюха, смотри, я не могу ходить. Сейчас я иду. Ты не можешь ходить реально? Вот, подойди, смотри. Смотри, я ничего не трогаю, посмотри. Ай, она... Пацаны, ты щелку не дернул, блин! Андрюха, обманули. Потому что это была обманка! Тебя ну, надурили! Ну, пошел ты в жопу, Надурили дуралея! Да, меня вообще убьет! Ну, интересно, да, блин, Настя поиграл! Все, отвали от меня, нормально! Вот так вот, друзья! Андрюха троллим! Мы сейчас выберемся, ты будешь плакать! Не выберетесь вы! Потому что я не дам вам выбраться! А вот ребята с 3 хп бегают, с 2! Ребята с 3 хп, Андрюха? Нифига. А ты зачем за мной? Ты ненормальный, ты неадекват. Там ребята с 3 хп, Андрюха? Да. С 3? Да. С 3 хп? Опа! Да, я пошел выбираться. Ты в натуре уже все? А я Андрюху съел! Бабян, сейчас это тебя дойдет. Ты понимаешь, он специально меня уничтожил. Слушай, Бобис, а ты уже все 3 что ли открыл? Ну да. В натуре? А ну иди по базарям, я вон девчулю. Ты уже выбрался? Вот даёт! А как ты успел выбраться? Вот сбегают! Вот это Бабян красава! 2 выбрались, Бабянчик бросил Андрюху, вы представляете, ребята? Бабян да. Просто кинул, Бобис! Я думал, у него только один сканер есть. Ты вообще где, Бабян? Ты уже все выбрался? А он, видишь, он все не отвечает, а в основе больше нет. Ё-моё, ну, Бабян, да конечно, ты, красава! Убьёшь, или как? Я не знаю, не могу догнать, Андрюха! Иди ну, сюда! Что, почему ты меня от меня убил, а я не можешь? Во, убил, а Бабянчик все, друзья, выбрался шесть, и пропал, да, Бабян? Да. Ага, молодец, Бабян. Так, 2 человечка у меня тут осталось, 4 минуты, сейчас я их всех поймаю, блин. Иди сюда! Какая девчонка. Сюда! Ой-ой-ой. Сейчас, пацанчик, ты не уберешься от меня. Сюда! Да что он не засасывает его? А? Как-то плохо работает твой пылесос, другалек. Что-то он не пылесосит, я, ребят, его не отпущу. Чё ну, ты меня там обманывать пытается? А чё он не пылесосит? Я не знаю. Сюда! А там девчонка сейчас походу выбирает. Да и пусть выбирается сейчас этого пацана сюда. О, вот так. Хорош, хорош. О! Да, его прожарил. А это кто? Что там за грибы ходили? Кто я это знаю, там? Кто-то там шел. Вон, пацанчик, друзья, бежит. Ну все, 3 выбрались. И этому я не дам сбежать. А ты хейтер его получается красненького. Нет, нет, нет. А нет! Дверь
двери закрылись перед ним. У него нету скальпеля. Не хватает, да, у него? Да, не хватает. Не хватает, хоть бы он сюда побежал. Спасибо. Но все равно, блин, убегает от меня. Я быстрее, ребята. У-ху! Сюда! Все! Ребята, игроки убиты! 17 раз я попал, 17 элементов, и всего лишь 3 выбралось, всего лишь 3. Из них Бобис один, то есть это супер раунд! Братва, у нас 3-й раунд, и наконец-таки мы все втроем вместе будем выбираться из этого супермаркета! Да, это будет сложно. У-ху! Короче, будем пробовать попкорн, сыр и что-то еще. Погнали искать, парни! Я знаю, где это было, за мной, мужики! Да, давайте, пацаны, наконец-то мы все вместе! Да! О, сыр! Там вон 2 сыра еще, 3 мне сыра один. 3 сыра как раз было. Да, нормально и мне, спасибо. О, Бобян своровал, кстати, штуку. Так вот, здесь еще. О, блин, ну, забрали ладно. Эту штуку, я не успел взять. Ё-моё. Это масло, масло надо. О, все, масло взял. И что еще? Попкорн. Где попкорн? Где попкорн? Погнали искать. Короче, ребят, сейчас мы супер быстро выберемся с пацанами втроем на изичах. Там этот. Да. Андрюх, там этот. Было бы в натуре. Опа, все, я попкорн взял. С кайфом, с кайфом. Так, а, это не та, это не сюда. А чё ты, Андрюха, меня толкаешь, что ли? Ну, вообще-то да. Иди отсюда! Нифига, крыса! Привет, верни мне, слышь? Не-не, Андрюха крыса, ребята, чё он расталкивает меня. Давай это, он заполняем толкается. Сканер, Андрюха. Ну что, закидываем? Раз, два, три. С кайфом, первый готов, погнали. А второй искать. Два? Давайте второй искать. Вот чё тут дело. А, вон, нашел, нашел. Во-во-во, чё там надо брать? Ой, там пылесос, Димон, он тебя вжарил. Короче, торт, хлеб и кукурузу. Кекс, виноград, лук. Так, торт, кекс, хлеб и кукурузу. А, кекс, ой, робот, иди. А, кукуруза, друзья, я знаю где, я побежал за кукурузой. А это что? Где хлеб? А, хлеб тухлый, блин. А чё мне надо было еще? Так, пацаны, кукурузу, пацаны, давайте вместе, Бобян, что ты там один не то собираешь? Вот, на прилавках с тобой гоняй. Да ты не то собираешь, блин. Так, мне тонну разбирать. А, кукуруза, нету кукурузы, чё-то, я думал, она здесь будет, где прилавки. Кукурузу? Где кукуруза? Нету кукурузы. А сейчас обновится, наверное, или нет? Не знаю, пойду поищу хлеб и торт. Давайте другой торт хотя бы поищу. Да-да-да-да, надо торт, хлеб и кукурузу. А вот у девчонки, я её сейчас, блин, можно у нее украсть. Оп, я вижу торт. Я торт взял. Торт взял. Кукурузу ворую, шеф. Да, кукурузу ворую, ворую у нее. Бей, бей, бей ее, бей. Да я торкнул, она не выкинула свою кукурузу, там кукуруза и хлеб у нее. Иди сюда. Не выкинула, блин. Давай, давай, Андрюха, глуши ее. Да я сейчас буду толкать, она не сможет. Глуши рыбу, глуши надо, рыбу. Надо, надо забрать Андрюха у нее. Почему у меня вот упало, нет, у меня падало, у нее нет падает. Не знаю, блин. Ладно, я хлеб нашел. Эй, сюда, осталось кукурузу, Андрюха. Бобян, ты как ой, там? Ой, слышь, кукуруза! Мне остался один сканер, мужики, вы где? Мне тоже один сканер остался. А что для третьего, Бобян, надо? Что ты там собирал? Там, короче, нужен виноград, кекс и тыква. Ага, нормально, тут этот, блин, пылесос. Чуть не убил. Фу, блин, врум-врум. Так, вот этот здесь? Кекс, Бобян, ну, такой, торт? Да? Да, торт, хлеб и кукуруза. Виноград, кекс и тыква. А кекс как выглядит? А, кекс ой, я взял? Этот, кекс и укроп идет. Виноград, кекс, укроп, братишка. И тыква. Я пошел за тыквой. А что надо было мне еще кукурузу и хлеб, да? Да-да-да, я пошел за тыквой, Андрюха. Так, блин! Давайте выиграть, ты что, умер, найти? Андрюха? Хлеб да на палках. Да меня убивает этот, блин, фиг. Хлеб вот. На палках, да? Тыква и виноград. А где бы мне виноград брать? Виноград на прилавках вон там вот. На прилавках, да? Ой, я хлеб нашел. Где тыква? Тыква, она тыква где? На прилавках тоже, там вот на этих, на огородах. И там же виноград? Да, да, да. А, все, а понял. Надо? Еще что кекс, еще какой-то кекс, Андрюха. Кто-то уже сбежал, кто-то уже сбежал, вон виноград, еще виноград надо. Все, мужики, я тоже пошел сбегать. Все, я тоже подожду. Погнал, давай, или давай, что? Давай, 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 жди, жди, жди. Мне надо это, третий сканер присоединить. Там этот черт. Андрюха, ты что собираешь? Я не знаю! Почему? Я ищу. Так ты собирай! Почему же у меня о! Не выходит? Он за мной, пацаны! А где, куда выбраться, алё? А я не знаю, где третий сканер, Бобян, где он? А третий сканер? А что тебе там надо? Он вначале должен быть. Ну, здесь кекс, виноград сюда. И тыква. Иди сюда. Ну, а, во, вот все. Виноград, кекс, тыква. Меня сейчас последняя? Убьет этот монстр. Да, это последний мне. Давай найдем выход по фастику. Так, все, Андрюха, что тебе а остается? Как кекс выглядит? Да кекс... мне все остается. Кекс рядом. Вот кекс, тут рядом есть. Иди сюда. Я застанил этого робота. Я тебе сейчас дам кекс, Андрюха, иди сюда. А как ты ему дашь? Ты где? Удалю где его ты? У выхода, у последнего. У последнего этого сканера. А я не знаю, где сканер. Ой, там робот. Понятно. Короче, Бобян, сваливаем нафиг. Давай, погнали. Давай, давай. Андрюха, куда до свидания. Я, походу, не состоюсь. Да, я не знаю, навсегда. Где выход. Бобян, да. Не толкайся, Бобян. Это не я. Вон Андрюха бегает. Вот кекс, Андрей. Вот. Дай мне кекс. Вот он лежит. А, все, я вижу. Погнали, а где выход? Я не знаю. А нам надо выход здесь? Найти. А покажите мне этот, блин. Все, давай, его? Андрюха, сканер. Сам, сам, сам. А надо выбираться. Он? На, вот там вот, за полками. О, выход. О, все.
Ей, с кайфа! Нифига тебя засосало. Давай, Бабян, выбирайся. Вы убежали. О, бежали? Ты нашел выход, Андрюха? Я нашел только сканер, сейчас иду за выходом. А вот и выход, ну все, всем баю-бай, всем ну пока. Что, все выбрались, друзья. И на такой забавной ноте я предлагаю завершить сегодняшний ролик. Мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наш канал, не забывайте про лайки, про колокольчики, про положение комментариев. На вас сегодня веселили Оверфон и Баби. Всем большое спасибо, удачи и пока-пока. Всем до скорого, дорогие друзья. Орел, чуваки.